Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Brain & Balance. Сегодня мы рассмотрим с вами, как заказать карту PNR из своего личного кабинета. Для этого входим в свой кабинет. Вводим имя пользователя и пароль. У меня уже они сохраненные. Сделать это можно двумя вариантами. Первый из раздела «Мой заработок», выбрав первый пункт, там нажмите здесь, чтобы выбрать, как получить ваши комиссии, либо из вариантов оплаты сразу же. Выбираем варианты оплаты. Способы оплаты PNR. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться. Сейчас мы с вами находимся в банке PNR, где будем заказывать нашу карточку. Перейдем страницу, нажмите «Sign» или «Зарегистрироваться» и получите PNR MasterCard. Сейчас. Нажимаем. И теперь дальше наши действия расписаны по шагам. First name – ваше имя. Заполняем все, абсолютно все данные на английском, на латинице. Last name, ваша фамилия. Email address, ваш email. Повторяем свой email. Date of birth. Выбираем дату рождения. Проверяем все данные, чтобы были написаны правильно. И переходим к следующему шагу. Next. Выбираем country, страна. В моем случае это Russian Federation, street address, улица, дом, куда придет карта. City, город. ZIP-код, ваш почтовый индекс, номер мобильного телефона с учетом вашего международного кода, Russian Federation это плюс 7. Далее. Просит ввести теперь данные для входа в ваш личный кабинет уже PNR. Ваша почта, придумываете пароль. Пароль введем из латинских букв и цифр. Советую не копировать, а заново ввести пароль, чтобы удостовериться, что правильно. Выбираем вопрос. Так вот, совпал пароль. Так, выбрали вопрос, ответ. Запишите куда-нибудь, сохраните себе. Если вы будут у вас просить подтверждение, либо вы забудете свой пароль, можно будет таким образом войти. Так, тип документа. Паспорт. Номер паспорта вводим. Дата выдачи. Дата окончания действия
вашего паспорта. Страна выдачи. И надо согласиться. Здесь надо нажать галочку, если ваш адрес по прописке, который мы указали, отличается от адреса доставки. Вот здесь надо будет ввести адрес доставки карты. Не отличается. Просто соглашаюсь со всем. Нажимаю «Финиш». Все. Карту мы с вами заказали. Теперь можем зайти на сайт банка «Пионер». Вот мы с вами зашли на сайт «Пионера». И зайдем вот сюда «Мои данные». Проверим, на какой стадии заказ нашей карты. Вводим свой адрес почты. Пароль, который указывали при заказе карты. Нажимаем «Войти». Можно сразу перейти пока дальше. Выберем язык. Посмотреть статус заявки. Нажмите здесь. Вот, как раз показывает, что шаг 2, подтверждение. Шаг 1 мы уже прошли, зарегистрировались. Сейчас на согласование заявка. Потом будет следующий шаг, это доставка и активация карты. Ну вот, сегодня мы с вами научились, как заказывать карту «Пионер». Теперь вы можете заходить на сайт банка «Пионера». Адрес сайта будет под видео на канале YouTube и проверять статус вашей заявки. Всем желаю много денег на ваших картах «Пионер». С вами была Ася Стрецова.